Обычно дни донора проходят на базе предприятий и вузов. Сегодня впервые сдать кровь можно было на выставке медицинских достижений. Врачи станции переливания крови рассказывают, что не ждали ажиотажа. Но за полчаса работы передвижного пункта сдать 480 мл крови решили 13 человек. На пункте 4 станции. На первой собирают персональные данные человека, на второй проверяют группу крови и уровень гемоглобина. Дальше в течение 50 минут проводят сбор крови. Участник Дня донора, по мнению врачей станции переливания, может внести свой вклад в развитие практической медицины. Высшая цель – это помочь людям. То есть здесь идет доброта от человека к человеку. Сдать кровь для человека сможет только человек, пока альтернативы человеческой крови не найдена. И как бы не боялись люди крови, не боялись заражений, тем не менее других вариантов спасения жизни пока нет.